Совмещают творчество с учебой. Театральная студия «Лира» 9-го лицея Белгорода в этом году отмечает 17-летие. Для школьного самодеятельного коллектива это немалый возраст. Кто и как объединяет юных служителей мельпомены и чем они удивили зрителей на очередной постановке, узнала Ксения Гофман. Я не понимаю вас. Как можно позволять уличным мальчишкам издеваться над собой? Неужели же только военные должны понимать, что значит честь мундира? История студии литературного театра или просто «Лиры» началась в 1999 году. Тогда начинающий педагог Татьяна Овчарова активно занялась творческой деятельностью. Организовала пушкинский бал, представила на нем мини-спектакль. Так и набрался первый состав театральной студии. С каждым годом «Лира» наращивает мастерство, а инициативу в свои руки все чаще берут сами школьники. Диалог идет постоянный, потому что некоторые спектакли, например, я не могу найти, у нас так было перед фестивалем в Вологде. Нам нужна была зимняя сказка какая-то. Мы стали искать, у меня нет времени, 11 класс. Я говорю, ребят, поищите пьесу. Они стали искать пьесу, мы стали выбирать вместе, искать вместе, думать, обсуждать. И вот выбрали и с ней поехали, стали лауреатами второй степени. И таких достижений в копилке театралов уже немало. Больше всего студийцы гордятся третьим местом на фестивале «Театральная юность России» за постановку «Белгород» в 2014 году и серебром на прошлогоднем международном фестивале «На свет щепкинской звезды за стеклянный зверинец». Кроме того, «Лира» уже 2 года успешно принимает участие в фестивале театрального искусства «Рассвет». Одной из последних побед стало первое место на муниципальном конкурсе «Белгородчина театральная». Однако главная гордость Татьяны Овчаровой – ее воспитанники и выпускники. У нас студент заканчивает уже наш институт культуры. Коля Трушляков, он наш выпускник, я им очень горжусь. У нас ребята многие занимались в театральной студии БелГУ, они играли в разных спектаклях. Накануне на суд старшеклассников актеры представили свою новую постановку – спектакль по мотивам рассказов Тэфи. Интересно, что здесь каждый исполнил по нескольку ролей, причем разноплановых. По сюжету школьники убирают в классе и находят книгу с рассказами писательницы, читают и начинают представлять себе ее героями. После финального поклона и аплодисментов зала актеры поделились эмоциями. Сегодняшний спектакль, могу сказать, что он очень интересный, он очень ансамблевый, вот так вот можно сказать, что вот в нем все мы действуем вместе, неразобщенно, да, что вот он такой веселый, игровой, бойкий. Хочу иметь второе образование, и вот именно театральное искусство. Меня вдохновило именно вот мой поход в театралку, занятия в театральной студии. Просто ты приходишь и морально отдыхаешь там от школы, от всех проблем. Отметим, заниматься в «Лире» может каждый ученик лицея, вне зависимости от возраста и способностей. Главное – желание. Талантливый и мудрый руководитель найдет подход к каждому. Ксения Гофман, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород.